Всем привет и добро пожаловать на канал. Продолжаем жить и выживать в Project Zomboid. И за время нашего отсутствия на базе ничего не произошло, все хорошо, все нормально, но у нас ирокез отрос волосы. В общем, нужно срочно это все поменять. Давай ирокез короткий обратно нам. Есть. Все, теперь мы снова дровосеки с ирокезом. Ну и по информации. 3294 зомби убито, 6 месяцев, 12 дней прожито. Играем мы за Билли Картера, дровосека, любимое оружие, пожарный топор, 84 килограмма весим. В общем, сегодня у нас базовая серия будет. Нормально я добрался, умылся, побрился, в общем, все хорошо, все здесь так это закрывай. Сегодня мы займемся тем, то что притащило сюда же много плитки, как вы помните, из последнего выезда. Удобрения, все это ведра, в общем... Что хочу сказать, в офлайне я еще нарубил здесь деревьев, там еще просека увеличилась теперь. Вот, давайте мелочугу, как обычно, сейчас я в перемоточке быстро везде раскидаю. Но ведра, я думаю, мы также на огороде сейчас везде тут пристроим, раскидаем, чтобы лежали. Поехали. Спасибо за подписку, душевно, от души, спасибо, продолжаем. Итак, с добрым утром, как говорится, в общем-то все самое неинтересное я быстро в перемоточке раскидал, ведра у нас теперь вообще по всему огороду раскиданы, но это на самом деле очень хорошо, после дождя удобно будет поливать. Взял ведро, полил, поставил на место, в общем огород полностью считаю законченным. А также часть огорода мы переделаем под зимние нужды, то есть, допустим, одну треть мы загородим забором, сделаем чисто все на стеклах и будет у нас одна часть огорода, как зимний вариант, чтобы зимой выращивать можно было по чуть-чуть овощей, чтобы не нарушать баланс игры. Вот, я предлагаю сегодня что сделать? Сегодня заняться дорожками, поскольку я приготовил подложку, чтобы сделать деревянный пол, то есть не топтать больше землю, сделаем здесь вот отсюда плиточный пол, сделаем сюда поворот из плиточного пола, то есть сделаем такой пятачок для отдыха здесь, чтобы цивильно все выглядело. Но я хочу начать сначала со штукатурки, потому что 2 мешка штукатурки нашлось, и это на самом деле очень круто. Вот. Давайте приготовим 2 ведра штукатурки. Все, он приготовил. Да, подожди, ты взял с собой? Судя по перегрузу, конечно же, взял. Давайте вот этот столбик сделаем, заштукатурим, потому что он прям глазам не мозолит. Подожди. Какую лампочку выкрутить? Штукатурь. Вот, отлично. И поехали дальше. Посмотрим, насколько нам всего этого хватит. Штукатурь. Есть. Не везде прожмякивается. Почему-то вот на стенку жмешь, не везде. Как-то более сверху надо нажимать, чтобы появилась кнопка штукатурить. Это, вот, конечно, интересный вариант. Хорошо, на всю стену нам это хватило. Здесь уже как бы... Погоди. Здесь у нас все стены заштукатурены, отлично. Нам на все хватило. Закрой. Закрой. У нас сколько осталось? 2 пустых ведра. Это прям как раз нам вот идеально хватило заштукатурить первый этаж. Второй этаж, естественно, штукатурить я не знаю, уже не буду. Просто, скорее всего, мы столько штукатурки в игре не найдем. Мы посетили за все время нашего существования все города, кроме одного центрального. Но там, я думаю, что не будет столько штукатурки. Так, оставлю ведра эти здесь, на месте. Потому что мы играем, напоминаю, на очень мало лута, и поэтому как бы, ну, что есть, то есть. Мы можем только все это дело теперь покрасить краской. Но оно и без краски прекрасно смотрится. Фитнес-центр здесь как будто был из самого начала теперь. То есть его выдает только второй этаж. А второй этаж, ну, я не знаю, это еще надо будет несколько мешков штукатурки. Так, к чему я веду? Веду я к тому, то что давайте уже начнем закидываться деревом и делать наметки, куда мы будем складывать плитку. То есть, ну, плитка на землю просто так не кладется, придется делать подложку. Для этого мне нужно взять гвозди, собственно, доски, и поехали. Итак, с очередным добрым утром, как всегда у нас, как какие-то работы на базе проводить, начинаются какие-то ливневые, проливные дожди, блин, прям аж бесит, нифига не видно, на самом деле все в каплях, я вот здесь вот проложил, блин, дощечатый пол, единственный плюс то, что я еще водосборник один поставил, он сейчас наберется у нас водой, и все ведра, которые я принес, уже набрались водой, это очень-очень хорошо, но дождь идет сильный и походу будет идти несколько дней, в общем... Давайте сейчас немножко переждем в помещении. Я посмотрю в офисе, нет ли у меня там книжки по газосварке, чтобы читануть. Так, иди сюда. Курсы фермерства. Так, что нам вообще нужно почитать? Так, по навыкам. У нас только газосварку надо читануть. Остальное все мы уже вчитали. Кулинария, так, понятно. Строительство мы все вчитали. Если нет газосварки, это будет на самом деле печально, да. Том 2 есть на самом деле газосварка, взять штуку. В общем, давайте увидимся с вами, когда я прочитаю этот том. Надеюсь, уже закончатся эти всякие проливные гребаные дожди, и все будет нормально. Только что обнаружил, что топлива у нас в генераторе нету. Вот, блин, прикол-то, короче. Давно он, интересно, стоит. Холодильники все молчат, не жужжат. Я сел книжку читать, думаю, что такое, не морозит нифига. Срочно нужно все это дело заправлять. Взять штуку. Как же так-то? Упустил момент. Блин, там все попортится. Все запасы. Заправь. Включись. О. А то что-то это как-то смотрю, что-то это еда-то и не синяя совсем в холодильнике. Что у нас по информации? 80%. Ну ладно, этого хватит точно. Просто, блин, за время отъезда забыл вот прийти проверить генератор основной. Он у нас один работал. Так, канистру сюда. Хорошо. Итак, в общем-то, с книжкой я покончил. Дожди прошли, вроде все начинает подсыхать. Здесь вот видно, что древесина мокрая, но еще и лужи присутствуют. Но хотя бы видно, что уже можно будет плитку класть. В общем, пока этих дождей гребаных нет, я предлагаю начать тогда с плитки. Мне надо тут один момент утрясти. Получается, у нас 32 желтые с бежевой есть. Возьми штуку. И вот здесь у нас плитка. Кстати, неоновую вывеску сейчас тоже повесим сразу. Почему нет, она хорошо светит. И вот плитка коричневая. Давай посмотрим. И вот целых 60 штук. Как-то можно будет скомбинировать в центре, я думаю. Допустим, мы выложим здесь вот все просто коричневой плиткой и сами дорожки коричневой плиткой выложим. А здесь в центре мы совместим коричневую плитку с, собственно говоря, с этой, блин. Коричневая с бежевой. То есть, блин, коричневая, наверное, как доска будет выглядеть. Ну-ка. А, нет, это мелкая сетка такая. Это в кубик. В принципе, будет нормально смотреться. Будет хорошо. То есть, тогда вывеска. Давай, иди сюда на бар. Так вот. Open. Здесь вот как раз угол будет подсвечиваться вечерами. Отлично. Все, и погнали тогда класть плитку в перемоточке. И посмотрим, что у нас получится. Поехали. Итак, народ, вроде все разложил. Плитки, блин, ушло пипец. Я думал, нам на самом деле на побольше хватит. Что-то как бы получилось-то вообще немного, но зато как бы получилось. И в принципе смотрится она довольно-таки неплохо. Я всю ночь ее клал, не спал, ну потому что пока дождей нету. Вроде как бы нормально. Здесь даже вперемешку с этой нормально. Но не хватило плитки, она очень быстро закончилась. Не знаю, можно вторую часть скомбинировать здесь с другим цветом, попробовать с каким-нибудь серым. Вот, а вот эту основную плитку коричневую придется ехать где-то еще собирать. То есть у нас еще осталось 18 темно-зеленой с серой. Но она туда вообще не впишется. Можно попробовать положить как декор. Сейчас посмотрим, вот здесь вот полгладкий белый нет. Темно-зеленый сел. Вот бежевый. У нас еще автомат аркадный здесь есть. Зачем-то я его притащил. Так, эту, блин, плитку надо будет как бы это... перекладывать в ящик. Сейчас вот здесь вот посмотрим. Вот это у меня железный шкаф, он как раз для всяких таких дел. Ага, вот она здесь желтая с бежевой как раз еще лежит. Но нам она, к сожалению, пока не нужна. Сейчас просто бежевый там доделаем, и будет вроде бы нормально все. Ну-ка, давай посмотрим. Она прям совсем бежевая. Нет, нет, наверное, не пойдет. Хотя, может, и пойдет. Как временный вариант пойдет. Если просто потом надо будет, мы соберем еще плитку. Правда, костер теперь запускать нежелательно, потому что можно, мне кажется, поджариться. Ну-ка. И сюда. Здесь косяк, что ли, вышел с расчетами? Нет. Все, через одну, через... Да, все нормально. Все нормально. Вот здесь вот... А, это от гриля торчит. Все. В общем, как-то так получилось. Он больше, наверное, на песок какой-то похож. Сколько у меня еще и осталось? 10 штук. Ее надо будет доложить вот здесь вот. Блин, да что ж такое? Все, попить забываю взять. Я бы вообще все целиком из такой плитки, из мелкой бы сделал, все дорожки. Но это пипец, ее собирать надо будет. Я не знаю, куда уже ехать. Надо будет прям заняться этим вопросом. Так, набери воду из-под пива. Отлично. То есть нужно будет еще нарубить дерево. Это я в офлайне сделаю. Сделать здесь все из дерева подходы, проходы, просчитать все клетки и уже ехать собирать тогда плитку. И только плитку, потому что, ну, блин, фиг знает. Но мы все равно поедем в первую очередь в другой город. Так, здесь вот... Не понял. А, у нас здесь паркет дубовый, что ли, еще лежит? Наложил. Давай сейчас в перемотке быстро здесь разберусь. Итак, вроде здесь хотя бы как никаких дыр теперь не будет. Ковер лежит как ковер. Все замечательно. Блин, что у нас перегруз? От чего? Я с собой таскаю эти ковры все. Давай в шкаф закинем. Он уж, блин, весь напрягся, весь в напряжении. Давай натяжной сюда складываем. Будем все сюда складывать. Пока вмещается сюда, будем класть сюда. Книжку еще с собой таскаю. Бандану. Повижу на голову. Так, наверное, проще будет. Паркет дубовый давай тоже сюда. Здесь все будут остатки лежать. Плитка бежевая давай сюда. Да, давай, давай. И у нас получается... Так, здесь ничего. А здесь от чего у нас тогда такой перегруз? Так, ну книжка понятно, куда пойдет. В костер. Остальное это чего? Перегрузка у тебя. Книжки только что. Так вот. Сижечку захотелось покурить, да? Ну давай покурим сишку. Так, короче, у нас еще остается с вами игровой автомат. Давайте его сейчас сразу поставим. У нас все игровые автоматы здесь стоят, но здесь как бы... Автомат с газировкой, ну куда его притнуть? Уже его и притнуть-то некуда. На склад если только поставить. Либо вот этот вот поднять, поставить его в другое место. Ну-ка. Давай, поднимайся. Вот так вот. А поставим мы тебя поставим. Как же мы тебя поставим? Так, ты вертишься только в двух положениях. Автомат лапы. Не приткнуть-то некуда и вправду. То есть можно сюда куда-то воткнуть место бойлера, но там у нас еще этот спифыч стоит. Жалко, что нельзя наоборот тебя повернуть. Вот только в двух положениях вертится. Вот это вот мне не нравится в этих автоматах, но это пипец на самом деле. Тогда ему, в принципе, в офис дорога, наверное, идет. У нас и в офисе места нету. Если только вот здесь вот его воткнуть. Здесь не ставится то, что там цветок стоит на самом деле. Вроде база большая, а места нигде нету. Уже все заставил. О, кстати, компост появился. Вон там видно, что земля какая-то появилась. Наконец-то все это перегнило. Так, хорошо, я понял. Будем тебя ставить все-таки здесь. Так. Давай пока так поставим. Пусть стоит. Вроде ходить не мешает. Сейчас возьмем еще один аркадный автомат. Там какой-то был. Он потяжелее будет. Вот так. Хорошо. Блин, надо на них срочно делать освещение, потому что они такие все в тени стоят. А автомат с газировкой, может быть, отсюда стоит убрать. Ну-ка. Тебя бы вообще в бар поставить, автомат с газировкой, на самом деле. Тут видно, что окно надо заваривать, но ничего страшного. Так, у нас здесь что лежит? Это пустой, да? Так, да, вставай. Вот так. Картину прикрыл. Тебя поднимай. Не-не-не, подожди. Слишком тяжелый груз для инвентаря. У нас шкаф. Шкаф я сейчас на склад сюда пристрою. Вот так вот прям идеально будет. Отлично. И тебя мы поставим вот сюда. Все, в принципе, идеально. У дивана как раз он будет создавать такую атмосферку. Надо только лампочку сюда принести какую-то, поставить, либо лучше настенную повесить. Кстати, они у нас были где-то даже. Зеленая плитка, блин, я не знаю, куда это все сдевать, зеленую плитку причудливую. В общем, давайте тогда, я не знаю, на этом серию строительную остановим. Я еще в офлайне дерево сюда притащу. В следующей серии мы продолжим. Я почитаю ваши комментарии по поводу полов. Но я все-таки придерживаюсь к тому моменту, что надо все делать вот таким вот серым полом, серой плиткой, вот такой мелкой. То есть поехать где-то еще набрать и основную центральную дорогу хотя бы ей сделать. То есть до сюда. Здесь опять нужно сделать пятачок будет. Ну и совсем как бы это ко всем подходам тоже нужно будет сделать такую плиточку, такие дорожки, чтобы уж закончить как бы образ базы, потому что, ну, у нас получается в принципе все неплохо, все хорошо, и в таком месте расположились, где зомби практически нету, даже при том условии, что они везде вокруг бродят. Ну и в следующей серии займемся таксишкой, там подчиним, подлатаем ее, просто как бы жалко бросать ее в таком виде. Нам она хорошую роль сыграла в свое время, как бы. По-моему, это была первая машина, которую мы нашли. Вот. Ну и на этом давайте мы закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, жмякайте на колокольчик. И всего хорошего. Всем пока.